Камчатка – это потрясающее место, очень интересное, очень разнообразное. Природа здесь отличается кардинально. Буквально пара часов езды, и картинка меняется полностью. Ты понимаешь, насколько прекрасна наша страна, наша природа. Те вулканы, шлак, кратеры, пещеры – это все тебя вдохновляет. В роли волонтера мы ставили туалеты, копали под них ямы, окапывали костровища. Мы помогли туристам, потому что не все осведомлены о местах стоянок. Работа нашей волонтерской группы направлена на то, чтобы парк стал более приятным для посещения местом. И также, чтобы парк сохранял свой первозданный природный вид. Хочу поблагодарить студентов и волонтеров РТУ «Мира» за работу, проделанную в парке Ключевской. Результат хороший. Кроме всего прочего, ребята помогли в уборке территории, благоустройстве маршрутов туристических. Сотрудничество проходит очень эффективно, здорово. Мы рады видеть вас снова. Это все замечательно. Ребята, все в ваших руках, пробуйте. Парк только помогает.